Тотального контроля не будет. Федеральная налоговая служба опровергла информацию о том, что с 1 июля начнет контролировать все операции по счетам граждан. Напомню, в июне в разных СМИ эта новость активно обсуждалась. Больше всего вопросов вызвало сообщение, что все неизвестные поступления, включая переводы на пластиковые карты, будут облагаться налогом. Но сегодня в налоговой службе это опровергли. Единственное, к чему нужно быть готовым, это к требованию подтвердить российское резидентство. Это связано с тем, что скоро начнет работать система автообмена финансовой информации между Россией и еще 74 странами.